Дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня особенный ролик. Сегодня мы будем сравнивать два лоу-висла. В правом углу ринга у нас висл, лоу-висл Керри Оптима, всемирно известная марка, с прекрасным металлическим телом, слайдом и свистком из прекрасного АБС-пластика. По конструкции очень напоминающим Голди Авертон, а также некоторые российские подделки. А в левом углу ринга у нас лоу-висл никому неизвестной конторы Antplat.ru. И визуально можно определить, что дырочки у них стоят примерно одинаково. Вот стоят, и в этом плане они одинаковые. А вот что у нас творится в наших волшебных свистках, сейчас мы будем сравнивать на слух. Итак, сначала слушаем диапазоны инструментов. Керри Оптима. Диапазон Antplat.ru. Ну, теперь я что-нибудь поиграю, какую-нибудь мелодию. Ну, что-нибудь медленное, например. Керри Оптима. Это же самая мелодия. Мы будем играть одинаковые мелодии на обоих вислах, чтобы мы не обольстились, не очаровались мелодиями, а слушали одну и ту же мелодию на разных вислах и сравнивали звук и нюансы инструмента. Ну, теперь надо что-нибудь сыграть побыстрее. Итак, снова Керри Оптима. И это же самое, этот же самый рил на Antplat.ru. Ну, собственно, все. Я поиграл сравнивать вам и мне. Кися, помаши музыкантам ручкой. Ты какой лоу-висл выбираешь? Не, она сейчас никакой не выбирает. Ей сейчас не до лоу-вислов. Сарочка. Мы в эфире, Сара. Простите моего ассистента, он занят.